Всем привет! Вы на канале Трубка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Тетя, купи мне пони». Итак, начнем. Ребята, привет! Вы меня не узнаете? Это же я, Рарити. Я Рарити. Вы все помните меня. А вы все, наверное, помните, как я переезжала из дома, как я отмечала свой день рождения. И вы, наверное, помните один день из жизни Рарити. Это я, да. И я пришла в торговый центр, и я не с мамой, потому что моя мама уехала в гастроли, ну, или куда-то по важным делам. Моя сестренка находится в детском садике, а со мной пойдет моя тетя. Здрасте. Моя тетя, она пойдет вместе со мной в торговый центр. Мы очень любим с моей сестренкой ходить по торговым центрам с нашей тетей. Но моя сестра, она, к сожалению, в детском садике. И, наверное, вы меня больше узнаете по вот этим вот игрушкам. Вот это мои игрушки. Знаменитая Элизабет, которая была даже со мной в бассейне. И принцесса Луна. Мне ее подарили на день рождения. Итак, мы идем в торговый центр. Ой. Вау, какой крутой торговый центр. Я просто обожаю этот торговый центр. Этот торговый центр называется Поник. Мы сюда часто ходим. Да, я знаю. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, а почему так как-то очень тут народу даже мало, никого нет? А, так сегодня можно заходить только знаменитостям в наш магазин. Или таким, как вы, принцесса. Здорово. Пойдем. Да, пойдем. Как интересно. А какой сегодня праздник, что ли? Или что сегодня? По какому поводу только можно такие знаменитости, как нас, пускать? А, сегодня у нас будет, ну, как можно сказать, как новое открытие нашего старого... нашего старого магазина. Просто он был на реставрации, вы сюда часто заходили, и вы первые посетители нашего нового магазина Поника. Здорово! Тетя, бежим быстрее покупать игрушки! Ну-ка, подожди. Давай-ка мы с тобой сначала посмотрим вещички. Твоя мама тебя просила, чтобы ты какую-нибудь юбочку взяла. Не вот такую вот юбочку, а взять какую-нибудь немножечко, ну, потеплее юбочку или халатик. А вон халатик, вот он. Я этот халатик вот вижу, вот он. Да, именно этот халатик мы и возьмем. Да? Да. Сколько этот стоит? Недорого. Значит, берем этот халатик. Вот, и юбочка как раз это возьмем. Скажите, у вас есть тележки? К сожалению, нет, так как он, я говорю, только сегодня открылся, и вы первые покупатели, поэтому извините, у нас тележки будут только через неделю. Хорошо, понятно, мы тогда так возьмем. Давай. И, кстати, у нас еще не будет пакетиков. Вы уж извините. Ничего страшного, он у вас же, ну как, после реставрации новый. Да. Хорошо, так. Вот, теперь можешь выбирать себе какие-нибудь, ну, вещи, которые ты хотела. Так, я перед тем, как выберу какие-нибудь игрушки, я хочу взять себе расчесочку. Вот. И, кстати, новую маску для сна, а то у меня старая порвалась нечаянно. Это мне ее сестричка порвала, точнее. Хорошо. Так, ладно, я пойду пока еще что-нибудь, ну, вот всякие наряды посмотрю, там вот что-то еще есть. А ты можешь пока игрушки посмотреть. Здорово! Так, вау, еще новые пони. Так, вот это я точно помню, искорка из новой коллекции. Это, не забыла, из новой коллекции какая? А, Ночь кошмаров, все, вспомнила. А то я вечно забываю их коллекции, ну, ничего страшного. Так, а вот тут есть Луна, Рарити. Вот эта Луна, я ее не хочу взять, потому что у меня уже есть своя Луна, а вы это знаете. Вот, может, такую большую Рарити взять, ну, чтобы Луне не было скучно. Ну, не знаю, так, ладно. Надо решиться, кого взять, а то я не знаю. Так, я не знаю, кого взять.
Надо блестящую Applejack, потому что она очень красивая. Ну, она еще прозрачная. Нет, не хочу ее. Она слишком некрасивая. Ой, слишком красивая, точнее. А я такую не люблю. Стоп, это блестящая Moon Dancer? Здорово, я ее возьму. Все, я точно беру Moon Dancer. Хотя нет, у меня же даже нет искорки. Или взять, не знаю. Ладно, я пока не хочу брать. Так. У меня есть только вот это моя пони. Это Луна. И я и забыла, как ее зовут. Ой, аккуратно. Сейчас, секундочку. Вот, все. Так. Вот, у меня есть Луна и Элизабет. А кого бы мне взять? Потому что я хочу какую-нибудь хорошенькую пони. Вот Пинки Пай мне нравится. Она очень красивая. Она настоящая мелоду. Ну, как в мультике. Ой, сейчас. Тетя, подойди сюда, пожалуйста. Да, ты чего-то хотела спросить у меня? Да, можешь мне подсказать, какую мне лучше взять пони? Ну не знаю, тебе же какая нравится пони. Мне они все нравятся. Понятно. Ну вот, не знаю, как в ней, но мне вот нравится вот эта вот. Она очень на меня похожа. У нас один... Это вообще я и есть, это под меня и делали пони. Ой. Да, тетя Твайлайт. А, ну, да, я, наверное, может быть, ее возьму. Хотя, не знаю. Ну, вот смотри. Ой, фигурка, как ты, не хочешь взять? Это же я! Ну, нет, не хочу саму себя, это как-то мне не нравится. Ну, вон еще это радость, это я. Я не знаю, ну хорошо, тогда знаешь, какую возьмем? Вот эту вот блестящую Applejack. Ладно, возьму блестящую Applejack, мне, в принципе, нравится она. Ладно, все, тогда идем. Я еще себе браслет, не браслетик, а ободок возьму. Вот этот, фиолетовый. Все, идем на кассу. Не хочешь больше себе ничего взять? Нет, ничего, не хочу больше. Так, здравствуйте, пробить нам, пожалуйста, эти товары. Хорошо. Бздык. Бздык. Так. Бздык. 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 Так, еще пони. Угу. Бздык. Пип-пип-пип. Так. О, у вас скидка, очень хорошая на вот эту вот пони. Ну да, что за скидка? Вы можете взять еще одну пони, и вторая пони будет бесплатно. Тетя, можно взять? Ну да, конечно. А какая, большая или маленькая? Так, пип-пип-пип. Сейчас большую можно взять. Ой, большую? А можно на маленькую? Хорошо. А то у меня Элизабет просто моя... Я думаю, у меня, если будет таких много, как Элизабет, то у меня просто места не будет в замке моем. Так, я хочу доктора Хуза, может быть, взять. Нет, доктор Хуз, он не такой уж и красивый. Ой, я возьму маму. У меня не было статуэтки моей мамы. Да, вот я вот эту возьму. Угу. Бздык. Все. Осталось всего 1500. Держите. Угу. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, спасибо. До свидания. Пойдем. Пойдем. Давай-ка. Новая пони. Так. Сейчас. Так. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.